ты зачем это сделал? Ну, если быть откровенными, я тогда был молод, горячий. Это очень печально. Но я думаю, придет время, когда все все поймут. Я верю в судьбу. Если там суждено тебе утонуть, да, то ты не сгоришь. Ты понимаешь, что страх, он тебя не отпустит. Начинаешь включаться и работать. Можно было за ленту не ехать? Выбор есть всегда. Уехал танк ВСУшный, увидел колонну и просто начал ее разматывать, обстреливать. Я его не забуду никогда. Он стоял, в руке у него была петля. Это сложно объяснить, через это нужно пройти. Я думаю, то, что меня просто добили бы и все. Защищать русский мир — это, наверное, основное, что есть на самом деле у русских. Это вы нам скажите, герои мы или нет. Смотрите программу «Обернитесь» 14 марта в 18:45.